Всем привет! С вами Алгеймер. Я все еще в Гаване, да, куда-то мне надо идти. Я тут что-то сделал. А теперь мне надо сюда. А здесь еще песни. Песни, листы песни. Песни, песни, песни. Рукопись. Рукопись, что ли, забрать попутно? Заработать мало, да? Это если по пути. Шанти, это хер. Блин, поймаешь эту шанти, блин. Ладно, пойдем в сторону основного задания. Ну, заодно, может быть, шанти поймаем. Дарам-дарам-дарам. Шанти, песню надо какую-нибудь. Матрятские, матросские песни надо будет петь. Когда выйдем куда-нибудь... Да не говори, орка мотора. Вон она песня, блин. Сука, блин. Где она делась? Только что тут была, блин? А, вот она. Quieto ahí. Tu vida ha terminado. Где песня? Нам песня строить. А, блядь! Ах ты, сука! Черт, блин, куда она делась, нахер? Где эта песня? Вы никого взяли. На что я вам сдался? Вау, пиратикам помог, да. Да. Жду на борту. Понятно, с песней не вышло, блядь. Ладно, хуй с ней, не вышло, так и не вышло. С песней все время так. Как-то у меня, блин, не очень получается. Да, там, блядь, такая кровавая сцена, жуть какая-то. Пойдем-ка мы займемся основным заданием куда-то, а то я куда-то меня унесло нахер. Песни, нахер нам эти песни, блин. Я чё, я пить-то не умею нахер. Блин, караоке нахер. Ну, где-нибудь, может, и поймаю. Я тут постоянно начинаешь за песни охотиться, с тобой эти начинают бегать. Чего им от меня надо? Вон, опять песня. Я уже здесь был, ловил эту песню, блин, долбанутую.
О, блядь! Вот сука! А, блядь! Да, блядь, с песнями и с этими... Ну их нахуй. А все равно клюнул опять же что-то. Все, все успокоились там. Ходит, ищет, блядь. Ну и все, пойдем. Да нечего мне пока у тебя бонус диас это. Пойдем. Куда это я пришел? Тупик какой? Нет, это не тупик. А что мне там надо сделать? Да, прийти представиться, да. Куча толпы солдат, блин. Дармоеды. О, я пришел. Привет, друзья! Это я. Начать задание. Мистер Дункан Олпол из Англии к губернатору. Да. Полагаю, он меня ждет. Си, сеньор Уолпол. Энтре, пор фавор. Да-да-да-да. Пора бы уже, а то я, блин, хожу, занимаюсь всякой хуйней. Доберитесь до террасы. Да-да-да. Ассасин. До террасы. Да-да-да, это я. Не переживайте. Что ты тут идешь, мне в спину дышишь, блин? Не люблю, когда сзади кто-то там топочет. О, блядь. Из-под ног нахер. Ага, губернатор. Доброе утро. Не ошибусь, предположив, что вы Дунк... А, это этот с Far Cry. Вудс Роджерс. Польщен. И я. Надо сказать, моя жена мало что смыслит в красоте. Они даже похожи. То есть? А, Far Cry 3. О, блин, забыл, как его звали. Когда вы виделись на бале-маскараде у Персии. А, да-да. Назвала вас дьявольски красивым. Вероятно, просто хотела меня подразнить. Джулиан, наш почетный гость прибыл. Дункан Уолпол. А, Жюльен Дюкас. Жюльен? Надеюсь, вы не лукавите, переходя в наш орден. Нет, нет, не лукавлю. Ассасинов я не люблю, но лжецов ненавижу. Поверьте, я вас не разочарую. Готовы размяться, Дункан? Со стариком встретимся позже. Куда стреляем? Вы взяли мои самые лучшие пистолеты, Дункан. Так что берегите их. Буду лелеять их, как своих сыновей. Постреляйте, если хотите. Пообвыкнитесь. У одного из моих соратников было 9 пистолетов. В бою неплохо, но лучше плавать с ними он не стал. Увы. Хорошо. Да? Жду, когда пистолет будет вмещать 4 пули. Сейчас урок.
вас с моим другом в Англии. Джеймс Пакл. Он изобретает необычайные вещи. Манифиг. Мне не видно ту. Ну и понятно, все. Ну, продолжим. Дункан. Да. Где ваши скрытые клинки? Для ассасина вы плохо вооружены. А, к несчастью, сломал их оба. Ага. Зараза. Выбирайте. Где же вы их нашли? Я их не нашел. Я их забрал. Трофеи на память. Очень хорошо. Теперь у меня есть клинки. Идите за хозяевами. Положено, да? Точно, да. Дункан, не побалуйте нас демонстрацией своих талантов. Каких? Прошу. В ожидании вашего приезда мы подготовили пару испытаний. А-а-а. Можно уезжать, не увидев вас в этом. Да, конечно. Раз есть время, я с радостью покажу, что умею. Вот. Видите? Приготовлено специально для вас. Mm. Прошу. Клинок в толпе. Самое простое. Без размаха. Быстро. Чтобы убить цель поближе. Скрыто убийство врага, скрыто незаметно. Действие, вы останетесь в тени. Ага. Ну ладно. Покажите еще что-нибудь. Гениально, правда? Да. Использовать стога сена как прикрытие. Отлично. Скрытность. Нельзя переоценить эффект неожиданности, так ведь? Особенно, если бить из-за угла. Да. Что еще? В воздухе по-своему прекрасны, хоть и привлекают внимание. Покажите. Ну, давай. Движение удержите, чтобы забраться. Отлично. Манифик. Да, супер. Ну а что? Можно ли нанести роковой удар на бегу? Да, отлично. Супер. Я просто красавец. Идите за хозяевами. Пошли. Ассасины вас хорошо обучили, Дунка. Вы очень вовремя решили их оставить. Да. Сильно рискуя при том. Предательство ассасинов вредно для здоровья. Да, очень вредно. Это говорят тоже, но такого рода опасности меня манят. А по какому делу вы здесь, сэр? Помощник губернатора, быть может? Или впервые тут так же, как и я? Пистолеты, сабли, пушки, бомбы. Да. Я с радостью продам все то, чем можно убивать. Отлично. Контрабандист, скажем так. А как поживает ваша супруга, капитан Роджерс?
Она тоже здесь, в Гаване? Живу надеждой, но вестей нет. Я больше года истреблял пиратов на Мадагаскаре. Разогнать этих негодяев было непросто, но мы справились. В будущем, надеюсь, использовать ту же тактику в Вест-Индии. И что вы сделали с ними? Все просто. Пираты невежественны, как макаки. Я дал им выбор: принять прощение и вернуться в Англию нищими, но свободными. Ну да. Или же быть повешенными. А, видимо, Нассау ваша новая цель. Прозорливо, Дункан. Именно. Ну. Удачи вам. Да, Нассау сейчас, блин. Я вообще раньше про него никогда не слышал, про это Нассау. Великий магистр, господин Дункан Уолпол прибыл. О! Си. Привет, старикан! Мы неделю назад. Прошу прощения. Мой корабль захватили пираты. Едва уцелел. Я прибыл лишь вчера. Досадно. Да. Простите за назойливость, но удалось ли вам спасти все то, что было обещано мне? О да, сэр, удалось. Да. Инкрибли. Да-да-да. Ассасины добились большего, чем мы думали, но нас им не остановить. Рад, наконец, встретиться с вами, Дункан. Добро пожаловать. Прошу, нам есть что обсудить. Да, пойдемте обсуждать скорее уже, блин. Может быть, обед какой-нибудь это. А этот что в таком доспехе-то, блин, средневековом или что-то? Губернатор любит такие костюмированные, блин. Наконец все в представление. Сборе. Такое пестрое общество. Англия, Франция, Испания. Граждане прогнивших империй. Но теперь вы тамплиеры. Тайные подлинные правители мира. Да. Прошу, дайте мне руки. Помните нашу общую цель. Да. Вести всех заблудших, пока не найдут дороги. Точно. Вести пылающих страстью, пока не утолят сердца. Ну да-да-да. Вести всех пытливых, пока не умерят разум. Ну да. Во имя отца понимания. Хойт! Вспомнил я, как это звали, блять. Хойт! Точно. Тут и рожа у него такая же, и озвучка даже русская такая же. Десятки лет назад совет доверил мне найти в Вест-Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Смотрите, ну да. Взгляните на эти изображения и запомните их. В них скрыта важная история. Уже два десятилетия я пытаюсь найти обсерваторию. Там, понятно, по слухам, спрятан инструмент невероятной важности и силы. Некоего рода армиллярная сфера. Это устройство даст нам возможность следить за каждым человеком на Земле, где бы он ни находился. О, какая удобная штука. Представьте, что будет в нашей власти. Тогда между людьми не будет больше секретов. Да. Ни лжи, ни обмана, лишь правда и справедливость. Ну вот да. Зачем нам обсерватория и то, что в ней должно стать нашим. А мы знаем, где она? Да. Узнаем. У нас в руках единственный, кто знает ответ, некий Робертс, бывший мудрец. Истинного мудреца они видели уже 45 лет. Да. Уверены, что он не шарлатан. Мы полностью уверены. И ассасины придут за ним. Да, точно. Несомненно. Но благодаря Дункану и сведениям, что он привез, ассасины перестанут нам докучать. Все станет ясно завтра, господа, когда вы встретитесь с мудрецом. А пока давайте пить. Да. Мы найдем обсерваторию вместе. Конечно. Ведь тогда короли падут, духовенство отступит, а сердца мира станут нашими. Да, точно. За сердца. Задание выполнено. Ограбьте всех тамплиеров. Ну, я даже никуда не ходил. Ай, надо было... Отдыхайте, Дункан.
Завтра придет Серебряный флот и ваша награда. Затем обсудим план дальнейших действий. Жду с нетерпением. Экселенте. Буду ждать вас в гавани завтра с утра. Понятно. Губернатор Торрес завтра рано утром будет ждать вас в гавани, около замка. Ясно. Ну и все. Дополнительно не ограбил курьер. А, курьер нахер он нужен. И что нам нужно сделать? О, он уже ускакал, блядь. Так, что мы тут еще имеем? Гавана эту. Спасти пиратов. Опять спасти. А еще что-нибудь, кроме спасения пиратов. Основное задание. Короче, идем на основное, а там по пути что попадется. А то нам как-то это... Я никуда не пойду. Ну вот. Да, спасибо. Пусть здоров, да. Да не за что. Мне так приятно кого-нибудь зарезать, блин. Просто спасу нет. Свиток где-то там, а что мне там делать? Мне там нехер делать. Песня где-то здесь. Да песня все время где-то там. Пойти ее, что ли, поймать? Ой, да ладно, я только с этими песнями... Одни проблемы у меня с ними. Да. О, здесь где-то сундук. Даренька. Вот этот сундук можно было не убивать, ну а чё б не убить? О, даже не так-то плохо. Не будем привлекать внимание.
Ах ты, сука. О! Губернатор нас там ждет. Нам надо отправляться, блин, надоело тут в городе ходить. Тут, в принципе, вообще ничего такого нет. Блин, где-то что-то там бесит, во. Хера, блять. Чуть здоровья не лишился. Ай! К лешему, блять. Могу я что-нибудь у тебя купить, блин? Ну, клинки-то навряд ли. У меня уже тут все самые лучшие. У меня 5-4-3, да. Так, пистолеты. Обычные крепкие. 1-1-3. О, пиратские мушкетоны. Урон 2, поражение 2. Большие ружья. Большие пистолеты испанских. 3-3-3. О. Цели на земле 9000. Ну, значит, собираем 9000. Все понятно. Пули. Я понял. Пули мы так соберем. Пойдем. Вот так вот. Да. О! Это у нас такой тут. Это этот, что ли? Хойт. Доброе утро, Дункан. Сюда. Да. Ну давай, Эдвард. Хойт. Эй, Эдвард! Я нашел того, кто купит оставшийся сахар. Ага. Большая удача! Он назвал вас Эдвардом. А, купец, который привез меня. Ему я представился чужим именем. А, мудро. Да. Свидимся, Боннет. Удачи.
Вы пунктуальны, Дункан. Сюда. Вот он. Тот, кого и тамплиеры, и ассасины искали более 10 лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс. Это так? Думаю, ты узнаешь это. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Ну да. Доставьте его в мой дом. Да. Идите за тамплиерами. Неужто обсерватория так важна? Си, Синдуда. Обсерватория — инструмент, да, созданный предтечами. Она поистине бесценна. Да, конечно, предтечи. Конечно. Предтечика. Как же об этом забыли? Вот, вы сообщали о желании убить наставника Майя Атабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Я... Нет, увы. Нет, слишком много препятствий на пути. Да. Жаль. Но благодаря вашим картам мы доведем дело до конца. Лоренцо Торнзе. Да, таков замысел. Нам не надо его убивать, блин, пока. Плохой маршрут, Торрес. Мы уязвимы. Что-то не так. Будьте рядом, магистр. Я тоже чувствую. Главное, защищайте мудреца любой ценой. Сверху! Они на крыше! Следите за улицами. Они могут быть везде. Ты не таких переживал. Блять. Где этот-то, блять? Погиб, блять. Я не того защищал, блять. Ассасины! Сверху! Они на крыше! Да. Защищать мудреца! А, блин! Дошли мы хоть или нет? Сука, блин, он меня усыпил. Это против правил, блядь. Мудрец-то тоже не это. Схватить!
Тебе ловкости не занимать. Хера, блин. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Стоять, блять. Стой, ноги прострелю. А, блять. А, сука! Блять! Чёрт! Ай! Блин! Вот, блин! Сука, не поймал! Гадина, опять ловить его. А тебе ловкости не занимать. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Ноги прострелю. А, сука. Гадина, стоять! Вот ты ж падла! Гадина! Стой, подлюка! Давай, давай, давай! Отличие ухандокало. Паш, тихо. Мы отведем его в тюрьму, магистр. Да. Удвойте стражу. Да, можно было побольше бы взять Будь народу. Будь я проклят. Ну и денек у нас, господа. Да. Си, нас окружают враги. Нужно быть осторожней. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж, попутного ветра, капитан. Да. Повезет. Вернусь к губернатору. Да. С одобрения нашего дурака короля. Ну да. Пока, Хойт. Сеньор Уолпол. Надеюсь, это залог нашего долгого сотрудничества. Грасиас. И я вас. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. В полдень. Приду. Обязательно, конечно. Я тут уже все дела сделал. Мне уже, блин, надоело это Гавана. Задание выполнено. Нападите на мудреца сверху, используйте в бою пистолет. Мы попроще, блин. 1000 баксов получили. Точки, точки. Листы с песнями, блядь. Нихера не поймал ни одной песни. Ладно, будем ловить их в следующих сериях. Так. Пока, пока, пока. В следующих сериях пойдем. Ну, мы сейчас по сюжету пойдем. Песни поймаю, поймаю, значит. Не поймаю, не поймаю. Я не буду за ними гоняться. Нахуй они мне срались это. Может, какая-то попадется, а то, блин, только со стражей воевать. Все, покедово.